Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое, очень срочное видео. Это крайне важная информация, поэтому вместо того, чтобы отдыхать после сегодняшнего основного видеоролика, я решил экстренно включиться в эфир. Только что крупнейший биткоин кит, который занимает третье место среди всех самых богатых биткоин кошельков и не является биржей, ведь первые два места принадлежат биржам, отправил 500 биткоинов на один очень интересный адрес. Вот эта транзакция в блокчейн-чекере. Запомни адрес, на который были отправлены эти биткоины. Вот этот адрес, заканчивается он на КСР. Запомнил? Теперь сравни его с этим адресом. Абсолютно такой же адрес. Кому он принадлежит? Он принадлежит крупнейшей в мире бирже Coinbase. Зачем такому большому киту отправлять 500 биткоинов на биржу Coinbase? Есть только одно объяснение. Он хочет их продать. Давай возьмем для примера пару его идентичных транзакций за последнее время. Вот 500 биткоинов он снова отправлял на Coinbase. Это произошло 10 июня 2022 года. Вот эта точка на графике. И после этого что произошло с ценой биткоина? Она упала. Еще один пример. 29 апреля 2022 года. На этот раз он отправил 1500 биткоинов на биржу Coinbase. И вот эта точка на графике. 29 апреля 2022 года. Этот биткоин-кит отправляет 1500 биткоинов на биржу Coinbase. И к чему это приводит цену биткоина? К очередному падению. И прямо сейчас, буквально несколько минут назад, он отправил 500 биткоинов на биржу Coinbase. Прямо сейчас, в этот момент. Никаких финансовых советов давать не буду. Я дал лишь информацию, твое дело, как ее использовать. Можешь просто понаблюдать, если что. На этом все, это было быстрое включение. Увидимся завтра.